Это хорошо. Сейчас. Включи передачу. Газуй. Нету выхлопа. Мотор 9,9, 15, едет как пятерка. Вода идет, запускается хорошо. Всем привет! Поступил на ремонт лодочный мотор Mikatsu Korean Industry с проблемой, что мотор не развивает мощность. Мы его запустили, увидели, что мотор очень плохо едет, при этом запускается хорошо, охлаждение работает хорошо. Как-то странно, у него сейчас стекает вода. Мы его только что вынули из емкости. До сих пор вода бежит, интересно. Обратили внимание на то, что с винта не идет выхлоп. При запуске выхлоп идет с этих отверстий. Это отверстие выхлопа холостого хода. Поэтому мотор запускается хорошо. На холостых он как-то более-менее развивает обороты. Но на передаче он просто не может, видимо, продавить этот выхлоп. Видели, что пузырей нет из воды. Сейчас для начала снимаем редуктор. Посмотрим, в чем проблема. Владелец сказал, что неоднократно отвозил этот лодочный мотор в один из сервисов. В этом моторе меняли всю электрику, все зажигание, катушку под маховиком, коммутатор, катушки вот эти. Прокладку даже под головкой заменили. И, по словам владельца, это не дало никакого результата. После этого мотор привезли сюда, к нам. Кнопка стоп здесь эксклюзивная. Румпель туго работает. А вода до сих пор капает и капает. А еще мы обратили внимание на то, что под двигателем что-то запенено. Для чего это было сделано, пока нам непонятно. Снимаем редуктор, шкиянку. Так, ну смотрим, что здесь. Здесь пока все пусто. Подними чуть-чуть. А, сам мотор-то. Ух ты, вода полилась. Вот глушитель. Но он не забит. Глушитель чистый. Запускай. Вот в редукторе стоит вода. И не уходит. Травой забито. Выхлоп забит травой. И не надо было менять катушки.
все, промыли мы выхлоп. Раз уже залезли, посмотрим состояние крыльчатки. Хорошая крыльчатка, оставляем ее. Все, собираем. Угу. Ну, вода шла хорошо, мы просто на всякий случай решили посмотреть. Буду мазать себя. Стакан тоже хороший. Установили редуктор. Вот в этом вся проблема. А то наговорили там трещина в блоке, подсос воздуха и прочую ерунду. Если бы был подсос воздуха, мы бы закрывали воздушную заслонку, мотор бы начинал работать лучше. А здесь просто забитый выхлоп и больше ничего. Всем пока.